ученый. Держи дистанцию. Не подходи близко. Ебало. Не мешай спать. Да нехер дрыхнуть, дедуля. Солнце уже высоко. Заключенные, соблюдайте тишину. Или же вы хотите оба анекдот немедленно про зону, отправитесь в карты. Анекдот про зону один. Ладно, ладно, брателло. Короче, встречаются двое в тюрьме, дыхе, дынадри. Один другой спрашивает, дынадри, за что посадили? Тот им отвечает, за браконьерство, рыбу улучшил, ебать. Тот спрашивает, много рыбы набрал. Ебать. После взрыва, говорится, ебать, всплыло две плотвы, ебать. Я другой говорю, ты что, за это тебе десятку дали, ебать, туда, да? Ардарь, ебать. Ну, говорит, за плотвой всплыли еще два водолаза, ебать. Подожди, так не смешно же. Заключенный, это тебя надо выпустить. Так, сейчас разберусь, подожди. Так, это сюда, это туда. А, черт, сломалась дверь. Так, заключенный, но я думаю, ты пролезешь.
граждане, сообщайте о любых повстанческих движениях. Террористы должны быть наказаны во всей строгости. Злоудачное донесение информации полагается вознаграждение. Заключенный, но под номером 4-8. Ты долго будешь прохлаждаться? Тебе что сказали? Машина у тебя долго будет ждать? Держи дистанцию. Не нарушай правила. Граждане, пожалуйста, носите. Заключенный, отойди. Это для вас уже безопасно. Любое нарушение закона будет строго преследоваться. Заключенный, держи дистанцию. Сообщайте о любых повстанческих движениях. Террористы должны быть наказаны по всей строгости. Удачное донесение информации полагается вознаграждение. Заключенный, под номером 4-8, пройдите в пятый сектор. Не забудьте взять нужные предметы. Все необходимое заберите на столе для выдачи.
вас код 48. Сейчас подождите. Ага. Вас зовут Владислав. Понятно. Вам выдали только фонарик и дозиметр? Ну хорошо, проходите в дверь, сейчас открою. Прежде чем пройти, я должен вас проверить на наличие оружия и прочих незаконных предметов. Подождите. Все, вы полностью чисты. У вас ничего нету. Кроме фонарика и дозиметра, соответственно. Можете проходить. Направляйтесь в лифт. Спускайтесь вниз, вас там ждут.